Всем привет! С вами я, Антон Фестер. Сегодня у нас будет первая моя распаковка на канале кое-кого-то. Вы по описанию видео поймете. Вот, и мы его сравним с этим вот Энакином от Хасбро. Что же там? Что же там? Та-да-та-та-та-та-да. Так, это наш любимый Дарт Вейдер. Так, он упакован хорошо. Я его заказал на Алиэкспресс за 200 рублей, но сейчас он стоит 100, подешевел. Но все-таки он даже с мечом, просто в описании, в комментариях он был без меча. Так, ножницы. Такими вот ножницами надо. Надо силу применять. Вейдерскую. Так. Та-та-та. И был наш Вейдер в стазисе. Ух ты! Реально. Только посмотрите на него. Так, он может стоять. Конечно, шлем такой. Так, меч. Сами видите, он какой-то изогнутый. Да, печально, но все-таки меч есть. Все-таки есть меч, но он у меня изогнутый, как у какого-то графа Дуку. Ну, не важно. Теперь мы их сравним. Они такого же роста, 3 сантиметра. Смотрите. Дарт Вейдер круче. Это вот Хасбро вот так только двигается. Так, Дарт Вейдер, блин. Вот Энакин убил Дарта Вейдера. Они вот так двигаются. И вот ноги ограничены. В суставе. Хватит падать. Вот сюда поставлю. И меч тут у Хасбро лицензионно более прямой. Но все-таки цена стоит того. Вообще как тряпка. Ну, блин, посмотрите, какая детализация. Какая артикуляция, двигается он как фигурка полноценная. Можно много смешных сцен сделать. Так, тут даже двигается. Вот так может. Как Билли Джи, нормально. Как Майкл Джексон. А может даже лунную походку сделать. Короче, артикуляция хорошая. Вот только вот эта вот серебряная нить. Во. Так он может смотреть. Как Бэтмен какой-то. Плащ. Ну, неважно, она плащ. Главное то, что фигурка. Юбку можно, конечно, снять, но я это делать не буду. И вот такие кнопки. Ну, круто выглядит, согласитесь. Вот давайте ему меч дадим и каноничную позу. Вот меч. Он тут что-то держит. Это что такое? Вейдер? Что с тобой? Это какая-то пластмасса. Снимается. Короче, моя оценка этой фигурки по 10-бальной шкале это 9 из 10. Снижая балл за вот этот вот недоразумение, меч, но он все-таки есть, так что не читается, тупо он. Снижая балл за то, что вот руки, но все-таки это не читается. Ну, короче, я бы поставил 10 из 10, если бы меч был нормальный, не такой. Ну, плюс у него детализация. Детализация, видите эти кнопки? Вот. Артикуляция. Ну, как этот Хасбро за 300 рублей, он может много чего делать. Вот такой пух-пус-пус танцевать. Короче, советую вам это покупать. У меня нет ссылки, но я, наверное, оставлю в описании... оставляю в описании, как называется продавец. Очень детализировано. Можно так его плащом его прикрыть. И будет уже не Вейдер. Типа он уснул, спать хочет. Устал, бедный. Дарт Вейдер. После того, как штурмовиков бедных души. Вот. Он тыщ. Так сразу. Пух. Ну, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был Антон Фестер. Еще было сравнение такого Энакина с его крутым мечом. Прямым причем. Все-таки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да пребудет с вами сила. Те, кто только зашли, подписывайтесь.